В день выборов на избирательных участках Макеевки будет дежурить 620 сотрудников милиции. Они приступят к дежурству уже 26 октября, когда прибудут бюллетени. На избирательных участках будут находиться до тех пор, пока бюллетени не передадут в окружные комиссии. При необходимости милиционеры смогут вызвать на место голосования следственно-оперативную группу, а в отношении нарушителей составить административный протокол, рассказал Александр Кравчук. Прежде всего, мы не должны допускать нарушения общественного порядка во время избирательного процесса. Не должны допускать посторонних лиц к помещению, где хранятся бюллетени. И по требованию комиссии мы должны реагировать на требования председателя комиссии избирательной и оказывать им помощь, в части охраны общественного порядка.